Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре подставочка под пепел от фабрики Шаида, черная. Рассмотрим поближе. Подставочка размером 10 на 10 сантиметров и 1 сантиметр в толщину. Значит, в эту подставочку помещается, собственно, подставочка под благовония. Вставляется палочка. Палочки будут падать на поддон. Важно ставить палочку таким образом, чтобы она направлялась в центр.